Есть другие люди, которым этим занимаются, которые, например, не обливают людей мочой и не крестят их фалоимитаторами. Зачем вы это делаете? То есть зачем вы сознательно кощунство в свою работу, то есть, вшиваете? Я понял. Давай расскажу. Короче, сам-то я не верующий, мне вообще все равно. Но если педофил говорит мне, что я православный, показывает мне икону в паспорте, ну, я не могу ее не перекрестить уже. Ну, только тем, во что он верует на самом деле. Максим, но ведь корень...